Всем привет! Сегодня я снимаю видео об уходовой косметике, которую я получила в посылочке от Алёнушки с Украины. Начнем, наверное, с зубных паст, которые впервые я увидела в видео у Ланы Светланы. Это новая линейка. Начнем из зубных паст. Значит, древесные секреты о заботе о дёснах, китайские рецепты с цветком лотоса. Здесь идет 75 мл. Верхняя зубная паста точно такая же, только здесь уже идет на английском перечень. Очень освежающая, с лимоном и экстрактом алоэ. Эта зубная паста была куплена на Украине, а эта в Польше. Давайте посмотрим, какая у них разница в тюбиках. Вот такой вот миленький тюбичек. Забота о деснах. Китайские рецепты с цветочком лотоса. Эти зубные пасты шли не зафольгированные. Она идет вот такого прозрачного вида. Светло-розоватого. Имеет ментоловый запах. Очень приятный, такой освежающий. Также к ней прилагалась вот такая вот бумажка, где все описано. И вот показано, какие есть еще здесь товары. Вот здесь также есть еще одна с голубым цветочком. Безопасное отбеливание. Полоскание для рта. Также с ним и зубная щетка. В этой упаковочке зубная паста шла уже в белом тюбичке. Тоже очень симпатичная. Здесь она идет такого светло-салатового цвета. Тоже прозрачная. Также с очень приятным таким ментолово-лимонным запахом. Вот такие вот милые зубные пасты. Обязательно их попробую и расскажу вам о моих впечатлениях. Дальше идут мои любимки бархатные ручки. Я уже о них говорила миллион раз и буду говорить дальше. Заказала я новые тюбички, так все мои предыдущие закончились. У меня теперь есть комплексные, смягчающие и ночной. Вот такие вот тюбики, здесь разные степени как бы защиты, нежности, текстуры. Здесь на троечку, здесь на пятерочку и здесь на четверочку. Все эти тюбички, все эти крема сделаны на Украине. И здесь по 72 мл. Предыдущие мои крема были сделаны в России, а эти уже с Украины. Все эти крема не зафольгированы, очень приятные на запах. Все они имеют белую консистенцию, все дни они нравятся, все, неважно, это ночной, смягчающий, комплексный, увлажняющий, там были еще разные виды, поэтому пользовалась, пользуюсь и буду пользоваться еще. Следующим я заказала себе вот такой вот крем массажный, антицеллюлитный, который содержит кофеин, экстракт морских водорослей, эфирные масла от фирмы Vitex. Это уже Белоруссия, здесь 200 мл. Крем идет зафольгированный. Вот тут вот такое вот отверстие. Оно белого цвета. Запах очень освежающий. Также еще не пробовала. Как только попробую, расскажу вам о моих впечатлениях. Вот. С того, что я здесь прочитала, здесь можно его использовать просто как крем, наносить на проблемные зоны. А может также использовать как и обвертывание. Но после этого нужно обязательно его смывать. А также я заказала вот такую вот арбузную свежесть. Пенящийся гель-скраб для тела с микрогранулами. Глубоко очищает, способствует обновлению клеток, придает коже гладкость и нежность. Также фирмы Vitex. И в нем также 200 мл. Вот также еще не успела испробовать. Гель-скраб также идет зафольгированный. И в нем вот такая вот миленькая дырочка, что тоже очень удобно, что она не вытекала сразу. Запах обалденный, пахнет свежим арбузом. И вот я его взяла чуть на руку. Здесь миленькие вот такие вот частички. И вот видите, он сразу пенится. Вот я потерла между палец и сразу идет пена. Чем вот эти скрабы удобны? Тем, что ими намылился, как говорится, что оно и пенится одновременно. Чем мне нравится именно гель-скраб для тела, который пенится, используется как и мыло. Это очень удобно. У меня был такой гель-скраб для рук.
Вот, но у него не хватало запаха, на мой взгляд. А этот пахнет очень освежающим арбузиком. На этом все. Напишите мне в комментариях, или вам удалось уже попробовать вот эти зубные пасты от Colgate, так как в нашей стране они не продаются. Так как в нашей стране ничего из этого у нас не продается, поэтому я заказываю себе с Украины. Когда попробую эти пасты, скраб и крем-массаж, обязательно расскажу вам свои впечатления в пустых баночках. Всем до новых встреч!